Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, наконец-то одиночеству конец. Узнайте дату, когда он появится на пороге. Так, дата. Сегодня прям все про даты. И это будет 9 число. 9 января, девочки. Мужчина сам проявит инициативу. Представляете? Кто он? Пока не поняла, девочки. Ну, кто он? С чувствами к вам, с серьезными намерениями. Вы прям с ним такая императрица, вы прям расцветете. Обеспечены достаточно. Счастливы с ним будете безмерно. Ну, я так и не поняла, да. Мужчина сам прям не хочет показываться. Он откуда-то то ли приедет, то ли вернется. Никак не хочет. Не хочет мужчина показываться. Представляете? Обеспечен. Он, видно, где-то... Вот такое ощущение, что он за границей был на заработках. Или, может быть, где-то в другом месте. Да? Вот он, наконец-то. Смотрите, мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Активный, целеустремленный, жизнерадостный. По возрасту вам ровесник или, может быть, на года на 2-3 младше вас. Появится 9 января. Встречайте!